В преддверии Дня Победы по традиции проводится много памятных мероприятий, наполненных тихой грустью по тем, кто навсегда остался на поле боя. Молодежь Щелково инициировала акцию «Спасибо». Отряды юнармейцев, активисты молодой гвардии, патриотических объединений и центров по работе с молодежью, жители городского округа собрались на аллее памяти, чтобы почтить память ушедших воинов, тех, кто сражался за родину в годы Великой Отечественной войны. Поддержал молодежь и сам принял участие в акции глава округа Андрей Булгаков. Мы в преддверии 9 мая проводим очень много мероприятий, но сегодняшняя акция, наверное, самая трогательная. Мы сегодня зажжем сотни свечей в память о всех тех, кто погиб, защищая нашу Родину, достигая победы. Наша обязанность не давать возможность переписать историю Западу и все, что происходит в отношении нашей страны, в отношении нашей победы, в отношении подвигов советского народа и советских воинов. Мы сегодня здесь говорим вам спасибо за мирное небо над головой. Говорим спасибо всем тем, кто продолжает защищать нас сегодня. Мы когда готовились к празднику, даже в этом году, у нас было 1500 ветеранов. На 4 мая 2022 года живых участников Великой Отечественной войны осталось 1250 в Московской области. Щелковцы воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, трудились в госпиталях. Безвозвратные потери района – это 8345 человек, из них 2244 погибли в боях, свыше 1000 умерли от ран и болезни, а более 100 в гитлеровском плену. 4238 человек пропали без вести. Память не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. И сохранить эту память – долг нынешнего поколения и всех последующих. Патриотичность и чувство долга перед своей родиной. Юнармейцам рассказывают про подвиги наших героев, отцов, дедов, бабушек, прадедов, прабабушек. И в дальнейшем эти юнармейцы будут помнить их подвиги, их геройство. И в дальнейшем они также будут помогать и обществу не забывать о таких важных вещах, как память о наших павших солдатах. Помнить поступки наших предков, героев Великой Отечественной войны. И, мне кажется, каждый, и вот все, кто здесь участвует, он, наверное, гордится тем, что он здесь находится. Свеча – символ скорби и вечной памяти. Спасибо за победу. Эту фразу участники акции составили из капсул с огнем. Важные, искренние слова были отчетливо видны с высоты птичьего полета. В этот вечер у аллеи памяти зажгли 3000 свечей в память о тех, кто ценой собственной жизни приблизил победу. А в конце акции щелковцы возложили цветы к вечному огню. Анна Балиет, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Сергей Максимов. Щелковское телевидение.